Как помочь вернуться в социум тем, кто не смог жить в рамках закона и совершил преступление? В Саратовской православной духовной семинарии состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Тюремное служение. Консолидация усилий церкви, государства и общества». Все, кто связан с делом помощи осужденным, знают, насколько трудно человеку вернуться к нормальной жизни после того, как он совершил преступление и отбыл срок наказания. Практика показывает, что это удается немногим, но это возможно для человека с помощью Божией, если он обрел веру, осознал, что с ним происходит, и утвердился в стремлении преодолеть грех в своей душе. Председатель Объединенной комиссии Саратовской митрополии по тюремному служению протоиерей Вадим Коняев зачитал приветственный адрес митрополита Саратовского и Вольского Лонгина. В зале социальные работники и психологи УФСИН, священнослужители тюремных приходов, преподаватели, студенты семинарий и госуниверситета. Как правильно организовать социальную работу с осужденными? Как противодействовать религиозному экстремизму в местах лишения свободы? Каким должно быть взаимодействие управления по исполнению наказаний и религиозных организаций? Как помочь человеку, вышедшему из мест лишения свободы, социально реабилитироваться? Вот основные вопросы, которые обсуждали собравшиеся на конференции. В Саратовской епархии работа по тюремному служению ведется уже более 10 лет. За это время почти во всех исправительных учреждениях Саратовской митрополии появились храмы и молитвенные комнаты. В них регулярно совершаются богослужения, проводятся беседы о православном вероучении, в тюремной библиотеке передается духовная литература. И это огромная помощь для тех, кто однажды совершил в своей жизни ошибку и преступил закон. Теперь люди имеют возможность общаться со священниками, участвовать в богослужениях и приступать к спасительным таинствам церкви. По итогам конференции была принята резолюция, обозначены возможные направления и формы взаимодействия УФСИН России по Саратовской области, Саратовской митрополии, социологического факультета Саратовского государственного университета.